Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня наш рассказ о новом структурном подразделении, которое создается в рамках закрытого акционерного общества «Струнные технологии». И наш сегодняшний собеседник нам об этом подробнее расскажет. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Михаил. На данный момент мы сейчас находимся возле стенда испытания колеса. Это один из первых стендов, который будет внедрен в рамках создающегося на базе экотехнопарка испытательного центра, который позволит нашим испытателям внедрять и проверять новые технологии, проверять их по каким-то заданным параметрам. Сейчас мы проводим пусконаладочные работы, которые уже, в принципе, завершаются. Стенд предназначен для испытания на износостойкость материалов колеса, также для определения коэффициента сцепления колес, а также для испытания различных материалов колес. То есть, наверное, на износостойкость, ресурс и так далее? Конечно, да. То есть основная задача – промоделировать различные материалы, как они ведут себя под нагрузкой, как они ведут себя в процессе эксплуатации и, соответственно, выбрать какие-то свои наилучшие варианты. Спасибо большое. А какие еще стенды испытательные будут в этом центре? В данном центре сейчас проектируется, и вот я думаю, что к концу этой недели мы приступим к пусконаладке стенд токосъема. Далее у нас будет стенд опоры нижней. Ну и, в общем-то, есть план мероприятий, согласно которому будет испытательный центр наполняться необходимыми для исследователей стендами. Сейчас, вероятнее всего, этот перечень неполный, то есть в процессе работы понятно, что мы сталкиваемся с какими-то вопросами, которые необходимо смоделировать, в том числе и с помощью стендов. Скажите, а существуют ли на мировом рынке стенды, которые нам нужны, или это все ваши собственные разработки, наши собственные разработки? Я думаю, что в таком варианте стендов с теми запросами, которые мы хотим, они не существуют. То есть мы работаем по заказам наших исследователей, и они в первую очередь решают заданные нам задачи исследователями. И хочу обратить внимание, что все мировые производители высокоточного оборудования, оборудование, которое поставлено на поток, занимаются внедрением и оснасткой своих производств испытательными стендами. Данные стенды в любом производстве являются дорогостоящей вещью, так как каждый стенд является уникальным, и он создается под те требования, которые задает производитель. Соответственно, мы также развиваемся в этом направлении. У нас в процессе нашего развития появляются вопросы, решения которых предполагают либо обкатки непосредственно на полигоне, либо при увеличении количества вопросов и задач эта обкатка необходимо должна выполняться на стендах. Соответственно, задачей моего бюро обеспечить наше предприятие всем комплексом необходимых стендов для того, чтобы все вопросы, возникающие в процессе эксплуатации разработанных нами изделий, решались вовремя. Спасибо большое. Но я понимаю, что эти затраты оправданы, ибо это вложение в долговечность в качестве технологии SkyWay, в то, что она будет работать 100 лет без всяких проблем. Правильно ли я понял? Да, безусловно, вы абсолютно верны. Спасибо вам большое за интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда нам вместе все испытания будут по плечу. Строй SkyWay! Спасай планету!